Участие определенных категорий кузнечан, попадающих под национальные программы по улучшению жилищных условий, также активизировалось. В 2010-м количество зарегистрированных сделок купли-продажи и в связи с этим ипотеки возросло по сравнению с 2009 годом на 65%. Причем свои социальные выплаты участники программы, а это семьи военнослужащих, молодые семьи, ветераны Великой Отечественной войны, работники бюджетной сферы и семьи, в которых родился второй и последующий ребенок, направили не только на покупку вторичного жилья, но и на приобретение нового в строящихся многоквартирных домах. Количество зарегистрированных договоров на долевое участие в строительстве по городу Кузнецку в 2010-м также значительно возросло. В связи с увеличением обращений граждан приказом, принятым Управлением Росреестра по Пензенской области, сроки оформления таких сделок сокращены до 5 рабочих дней. Для удобства граждан прежде всего. Государственная пошлина за эти услуги предусмотрена Налоговым кодексом Российской Федерации. И она, к слову сказать, невелика. Составляет 1000 рублей за сделку и 1000 рублей за государственную регистрацию права. Причем никаких дополнительных платежей при этом Управление Росреестра не взимает. Эту информацию граждане, участники федеральных программ по улучшению жилищных условий должны знать на зубок, так как многие частные агентства недвижимости предлагают своим клиентам заплатить за скорость оформления документов дополнительные денежные средства. И это незаконно. Так что в этих вопросах за консультацией лучше всего обращаться в государственные структуры.